Здравствуйте. Это Ольга Викторовна. Что за праздник? Я вам делаю предложение. Выходите за меня замуж. Да не болтай. Я только проснулась, девочки. У нас время-то чудо. Как называется? Как проснулась? Нет, время 10 час. Я Виталию уколы поставила. Хризантемы. Пахнут, я не знаю. Да не пахнут, они меня не просят. Ты не любишь упаковки, я так. Спасибо, дорогой. Шоколадки. Спасибо. Муж, водичку сама поставишь? А что это за праздник-то? Как, что за праздник? Суббота? Понятно. Я же тебе предложение делаю. Ты не слышишь, что? Да давай предложение болтату. А я звоню. Сейчас это, Виталий меня разбудил на укол-то. Толя говорит, спит. Марина спит, все спят еще. Управляться? Фу, управляться. Траву поеду. Что-то косить? Что, у них травы нет вчера кого? Поздно в темноте. Ревут. О, парни. Че, парни? Выспались? Парни уже давно встали. О, красивые цветочки. Спасибо, дорогой. Были желтые, парни... были белые хризантемы. Но... Не, белые это красивые. Угу. Так что такое у нас утро сегодня. Виталя, ты видел цветы? Откуда? Папка подарил. Сорвал. Вместе с ленточкой. Видишь, сразу ленточки раз завязывают так, и потом раз срезают под корешок, и она с ленточки уже. Ты болтай. Я сегодня это. Мне десна опухла, сегодня болит. Надо что-то купить для полоскания. Это место. Не знаю. А что за день сегодня? Сегодня суббота. Суббота. А, ты в смысле ты про что? С цветами-то? Ну как он же это? Предложение, говорит. Болтат. Кстати, я взял арбуз в этом светофоре. Ну? Они там уже по 15 рублей. И чё? Хочу попробовать, потому что передо мной мужчина взял аж 3 штуки. Такие хорошие. Ну-ка несите тогда, мойте арбуз-то. Помойте. Если, может, если хорошие, так еще бы взять. Ну-ка, что не взять-то, ну? Вот дождать, я, по 15 вчера выхлебывала, можно сказать, ложкой. Там выбросили. Отдал корове-то? Теля там отдал. А-а-а. Ну несите, порежем арбуз, что. Я все равно, наверное, есть не смогу. Это маленько хотя бы арбуз поесть. Виталий нарезает арбузик. Не, нарезу. Ну там он еще же. Еще будешь резать? Нет. Хватит. Хватит? Кусин такой. А может изрезать все в контейнер, сложить? А это что за арбуз? Старый. А, это старый? Угу. Видишь, он Ну, он чуть-чуть, смотри, покраснеет. Ну и что, вкусный арбуз-то, нет? Нормально. Попробовать, что ли? Кусочек арбузика с утреца. Да нормально. Нет, там есть большой. Нарезай. Я тебе сейчас дам контейнер. Изрезать и крышкой закрывать, убирать. Потому что после холодильника он уже не свеженький. Не так, ну, не такой вкус уже. И уже и кушать его совсем как-то не хочется. Так что. Что, уже накосили, что ли? Картошка откуда-то. Что ты говоришь? А, или вы еще поедете косить? У-у-у, денек-то. Перекусим. Ага. Денек-то у нас разгуляется. Жаркий будет. Хороший. Солнышко, вон как светит. Солнышко, ведрышко. Красота. Почти все проснулись. Матвейка и Марина спит еще. Ой, какое замечательное утреце у нас. Я говорю, почти все проснулись. Марина только спит. И Матвейка. Он вчера парень умаялся. Едят, есть-то хочется. Оно бы время было просто отдыхать. Вот так выгнал, да смотри за ними. Они тут вдоль забора-то поели бы. Ну-ка, какие проблемы-то? Привяжите. Вас много. Четвером-то справитесь. Ой, чё? Мне хватает тёлки с коровой для привязки. Я говорю, вас много. Вот сюда вот где-нибудь привязали бы, да и все, чё? Кого? Их привязали? Ну, а чё? Чё им есть? Они вдоль ходят, так они все сами едят, убирают. В смысле, выпустить? Ну, просто, чтобы они ходили? Ну, что? Да я про чё, конечно. Нет, конечно, зачем? Ходили, они тебе пойдут вдоль... По Питерской. Смотреть за ними надо. Ну, стоять, смотреть, это отдых ты называешь? Да.
Ты привяжешь, ты лягешь, будешь отдыхать. Ну, придумаешь. А что картошка-то откуда? Что за картошка? А? Ну, конечно, что время? Время утро. А ты не хочешь кушать-то? Да хочется, наверное. Ну-ка, что вы тогда? Хе. Ешьте. Муж съездил за булочками. Смотри, как круассаны, что ли, это? Что это такое? Ну, типа, наверное. Такие слоеные. А что, нету с этой, со сваренной-то сгущенкой? Ну, вот, вот. Это сваренной сгущенкой разве? Да. Нет, вот тот раз ты покупал, такие хорошие были. И немножко не такие. Ну, какую булку дать? Кому? Смотри. Ничего ему не надо пока давать. Да. Ну, сам возьмет, кормить. Булку возьмет, он булку берет, да. Даня, он скушает. Приятного аппетита, Данечка. Что завтракать будем сейчас. Девочки, чудесный день. Я песню пою. Мужу говорю, чудесный день. Говорит, бабахнулась. Ой, жара у нас, ужасная жара. Что у нас, 12 часов-то есть? Да. Не. Ну, занимаюсь, девочки, уборкой. А муж звал парней коров попоить. Я говорю, смотрите за Матвейкой, посадите, купайтесь, парни. Сейчас, говорю, съездим и напоим. Ой, ветерок маленько. Попоем, перевяжем их. Буду дальше полы мыть. А там видно будет. Че, парни, не против скупаться, съездить куда-нибудь? Потому что жарище ужасное. Очень жарко. Когда? Я не знаю. Как Толик вот сейчас поехал машину мыть, приедет. А там видно будет. Ух, по кочкам едем. Взяла? Да, взяла. Ведьникам-то позвонила. Ой, мне девочки тут звонил один мужчина. Да, звонит, главное, в первом часу уж извините, говорит, а про тёлку спрашивал. Я бы мясом, говорит, купил по 200, так-то по 230, говорит, а я бы по 250 взял. Вроде так он сказал, или по 280. Я говорю, ой, мы её на мясо не продаём. Ну, чё она? Ну-ка, звездуля! Чё забаловалась-то? Сейчас запутаться нафиг, а? Заскакала. Куда пошла, Сашка? Она запуталась за Катерину. Ну, она вот сюда зашла, получается, цепь-то вон. Но и та идет тоже. Стой, Катя. Ты хоть стой. Во-во-во. Ну. Мне придется сейчас. Стой, Катя, стой, стой. Я держу цепь-то. Все делишки, девочки, мы сделали. И собрались мы. На тебе плед-то. Куда? Куда собрались? Вон ап. На тебе пледик-то. Куда положите? Да можно вон на задний. Зад туда, ага. Так, ну все. Отправляемся мы. В путь, дорожку. У нас Марина только дома остается. И Даня. Даня в доме 2. Марина в доме 1. А чё картошку-то отец так-то и не убрал? А, все понятно. Так, водички взяли. Еще бутылку взяли, ага? Набирайте все эти бутылки, но потому что жара ужасная. Ну, чтобы дома не сидеть, чем поделали дела. Такого ничего не сделать больше в такую жару. Отдыхать надо. Собрались. Заезжаем, девочки, заезжаем. Идем за пивком. Муж захотел пивка. Разрешила я ему. А то писали, разреши пиво. Да, вот разрешила разливного пива. Крыпки. То вчера то ли... Подписчикам, а то бы не разрешила. Давай, иди, пивка возьмешь хоть немножко. Литрушечку-то можно. Здравствуйте. О, рыбка всякая. Окунь речной. Литрушки хватит? Ну, хватит тебе литрушки. Нет, а что ты? Да? Хватит, хватит тебе. Сейчас еще сходим в яблочко и купим дыньку. Ой, как хорошо все-таки, да, лето. Погода хорошая, замечательная. Дыньку есть, нет у них дыньки-то эти. Круглые-то маленькие. Хочу маленькую. Арбузы большие. Виталий сегодня арбуз изрезал. Ну, не стали что-то брать с собой. Ну, я не знаю. Ну, дыню убедем брать. Тут ничего нету. Да что ты стоишь? Шагай давай.
Ну, быстрее возьмем. Луку надо будет брать, надо всего. Ну, мы по-быстрому. Сейчас просто дыньку возьмем и все. Может, фрукты какие-нибудь еще. Посмотрим. Фруктики. Здравствуйте. Ой, у вас есть дыньки-то, ага. Вот эти. Ну, какую-нибудь дыньку небольшую нам. Кругленькие? Да. Что еще взять-то? Нектаринки, что ли, взять? Есть белая, есть красная. Ну, немножко еще сливы тут есть. Посмотрим еще. Выехали, девочки, мы на трассу в сторону Долматова. Свадебка, что ли? Нам повезет, свадьба нам попалась. Ну да. Так что едем мы. Проехали мы, девочки. Так, пески проезжаем. Долматова проехали. Едем. Ну, папа смотрит. Да. Горит где-то вот вдалеке. Вон там. Да, видно прямо. Поляли, Саша, что-то горит. Что-то горит. Ага, тут вот тоже, смотри, дымище какая. Ты посмотри, что. Капец. Что там происходит? Прикрой, Саша, окно. Прикрывай. Юровка. Мы едем за 150 километров. Да не 150. 48 или 50. 61 километр. 61? Да. Да, ну посмотрим, искупаемся, нет мы еще. Да, обратно. Так бы хорошо. Покупать себе, конечно, в озере. Как вода еще. Понятно. Посмотрим, в общем. Девочки, мы едем, представляете, там лось он стоит. Какой красавчик. Я тоже. Тише, тише, тише. Ой, он в лес побежал, слава богу. Я боюсь, я видел, сколько лось. Да ты чё, не дай бог. Нет, он не кинется на машину. Ну, Саша, не знаешь, неизвестно, что на уме. Я знаю. Да, конечно. Он уже ускакал. Успел снять? Я не знаю, попал, нет, он в кадр. Красавчик. Вроде немножко попал, потому что он стоял, но далековато. Да, конечно, испугаешься. Я просто видел, как они на машину кидаются. Угу. Надо же, такой классный. Я первый раз видела вот так вот. Я тоже вживую ни разу не видел вообще. Офигеть. Олени это видно. Надо же. Да их не в городах много. Да уж, вот так вот. Офигеть. Где он, интересно, живет? И там, в лесу. Везде. Так что вот так вот ходят тут лось. Лось? Лось, да. Лось. Может, лосиха. Лосиха, но может лосиха. Быть. Да, лосиха, потому что лоси, да. Они побольше. А лосихи они поменьше. Лось, прикольно. Лось-то видишь с рогами. Вон их осенью. Ну, это тоже рога были. Рога были, да? А, да. Может, молодой? Молодой, может. А, значит, если с рогами, значит, лось. Mm-hmm. Заехали, девочки, мы. В сверток. Деревня Брюхова. Тут уже вот оно, озеро. Озеро такое вот виднеется. Красиво. На берегу озера. Много-много там вдалеке машин. Озерян там всяких. Люди отдыхают. Дорога, правда, здесь такая ужасная. Ужасная. Прекрасная дорога. Прекрасная, да? Мы в саму деревню, получается, заехали. От свертка 2 километра. Здесь мы еще не были ни разу. Откроется что-то, посмотрим еще. Интересно, что они там. А так, слушай, водой пахнет озерной прям. Что-то машины прям чувствуют с той стороны. Ну, там, где, а там здесь деревня налыпаться. Даже тут вот тоже стоят, ага. Ну, там. Может, кто-то на рыбалку. Надо было заехать, посмотреть, здесь есть место. Ну, мы сейчас в деревню проедем, посмотрим, что за деревня. Потому что я здесь ни разу не была. Вы тоже не были здесь ни разу, да? Я здесь? Почему да. Я здесь родился?
Да я здесь зимой был. Как был? Ты был, вон там мотоцикле проезжали. Вот видишь, вот здесь надо было поглядеть. Палатки вон стоят. Люди с палатками. Ну тут получается больше деревня такая, что тут дачники живут. Прекрасно, нам надо было куда ехать? Туда, думаешь? Машинка там, наверное, чище будет, как бы, заход. Ну посмотрим, ну. Где как он? Здесь тоже на берегу, на берегу-то озера вообще много машин. Такие вот домики тут. Да, кто-то живет. Зато мангальчик. Ну, я говорю, дачники. Большинство здесь дачников. Слушай, у дачников такое... неплохие машины-то? Ну, с Екатеринбурга, отовсюду ведь. Mm-hmm. Люди прикупили, отдыхают. Озеро классное. Чего бы не отдыхать? Озеро прикупили? Я говорю, нет, домик прикупил, допустим, да, вот домики, смотри, ну, старенькие, пусть. А считай, ну, он даже вообще, уже окна повышибали, домик стоит уже, как говорится, разваленный. Все развалено. Тут, наверное, везде дачники. Тут жителей-то, наверное, нету. Тут даже, смотри-ка, у них урна стоит. Смотри, забор какой нормальный. Да, вообще. Из этого, как цивилизация. Железный. Интересно так. Телефон, даже телефон там висит. Смотри, даже. Как раньше. Есть, смотри. О, здесь почта была, смотри, сколько ящиков. Вот. Я не успеваю камерой крутить, что вы мне тут рассказываете. Смотри, сколько что-то этих список. Продам, вон, видишь, дом. Пожалуйста. Частная собственность написана. Вот. Дом. Участок. Все продается. Такая вот деревенька, да? О, пожалуйста. Дом. Хибарка. А давайте вот сюда вот повернем или что? Там, там много, ага. Ну давайте. Ну, там тоже будет много машин. Ну что, посмотрим. Мне кажется, там лучше, раз там. Может быть, но тут вообще вон дом вот без окон, без дверей. Да везде, смотри, вообще разруха полная. Здесь вот тоже домик. Вот ковры, это... Настирали просто ковров. Да, тут вот такой вот деревенский, ранешный такой домик. Классно. Ну это для тех, кто любит деревню. Да, круто. Как раньше жили люди, столько народу было. А сейчас смотри, что. Одни дачники. Здесь, ой, даже скотинка вон какая-то ходит там. Скотинка ходит. Это большая улица. Ты что, мы едем, ага. О, я уж 4 минуты наснимала. Красота. Так что в такую деревню мы приехали, в глухую. Можно сказать. Ну что, жители, если, как говорится, мало осталось, если в основном приезжие только дачники, то получается глухая деревня? Ну да. Послушай, вот надоест все и уедешь сюда. Ну да? А что? Живут люди, скотину держат. Ну, озеро рядом. Я вообще мечтаю возле озера домик. Давно уже. Так вот, прикупил, считай, ага. Дома, наверное, здесь. Кстати, надо списать номер-то, вот там продается недвижимость-то. Узнать, что там, сколько стоит жилье в деревне. Тут вот решеточки, чтобы не пакостили, замочек, все как надо. Тут вот Толя тоже поворот сюда. Давайте сюда завернем, посмотрим хотя бы. Но тут вообще хорошенький домичек, смотри, какой чистенько все убрано. Замечательно. Красота. Да? О, на лодке там плавают. Даже. Посмотрим сейчас. Виталя, намой виноград-то, пожалуйста. Ну да, этим его намою. Я хотел в руку себе. Просто в руку? О, Толя говорит, там пляж, можно купаться. Ну и что, как вода? Слушай, там песочек. Красотень. Такая красота. Подъезжай, Толя, ну сюда поближе. С палатками. Стоят. Ну хорошее большое озеро. Спуститься еще бы как-нибудь. Да, круто. Красотень, девочки. Много людей отдыхают. Отдыхают люди, купаются. Посмотрим сейчас водичку, потрогаем. Песочек, можно загорать.
Красота, красота. Так что вот такая вот тут деревенька. И очень много народу. Как раньше. А вода-то, девочки. Ой, я сразу тапочки сниму. И ножки-то я, девочки, сейчас помочу. А вода-то класс. Круто. Песок. Какая красота. Так что замечательное озеро. А мы, девочки, на пески собирались. А Толя говорит, ему кто-то сказал, что на песках озеро цветет. Так что решили мы сюда на Брюхово рвануть. Ну, круто, круто. Парни уже ушли купаться. Купаются. Папка с Матвейкой. Виталя с Толиком далеко-далеко ушли. Неглубокое такое озеро. С краю очень мелко. Ножки помочили. Вода классная, девочки. Я переоделась в тунику. И тоже буду купаться. Так что будем отдыхать. Это такая глубина. Вода прохладная. Так сидеть просто как бы привыкаешь вроде, но все равно. После бережка. Я недалеко от бережка. Повернись туда, покажи округу. Красота. Отец там рыбку поедает. Да не прибавляйте сильно там. Все, они там. Отдыхают. Красота. О. Ты наслаждаешься? У нас вечер. И мы дома. Вечерок. Шампиньоны. Толя готовит. Шухры-мухры. А мы хотим поотвечать на комментарии немножко, потому что девчонки писали очень много комментариев. Спасибо огромное. Задавали вопросы. И мне хотелось сегодня на них ответить сразу. Так, Толя, что у тебя? Как? А, вот, все, угу. Да? Так, вопрос пишет, значит, Валентина. Валентина. Валентина, да. Оля, а где ваш сынуля живет? Где наш сынуля живет? А он живет далеко-далеко. В Новом Уренгое. На севере, это девочки. Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот там. Вот так. Так. Один вопрос исчерпан. Светлана Егорова пишет. У Толи есть жена и дети? Холостой. Жены и детей пока нет. Я думаю, ты сейчас скажешь пятеро. Так, Толя с приездом. Толя, привет. Год целый по тебе скучали. Спасибо, девчонки. Сколько километров проехал Толя? Пишет Тамара Борщевская. Около 2000. Примерно там. Да. Ну, да, нет, меньше там где-то. Далеко ехать, да? Ну, не близко, да. Может, тысячи, может 1500 даже где-то так. Так, Альфинур Галиахметова пишет. Я в восторге от сыновей Саши. Оля, а как получилось так, что ты их растила, где их мама? Так, и тут уже ответили. Ирина Мороз отвечает. Их растила бабушка. А потом, значит, тут Алена Александровна, в общем, ну, тут у них диалог. Не выдумывай. Не выдумывай. Вопрос, кто такая Ирина Морозова, да? Ирина Мороз. Ну, она, ну, она да, пишет. Ирина Мороз, кто это? Напишите в комментариях, кто это. У вас столько информации, которую вы знаете. Просто интересно, кто это. Как получилось, девочки? Когда мы начали с мужем жить, муж, в общем, был с ребенком. С одним. Костя маленький был. Косте было 8 лет же, когда мы с ним сошлись. В январе 9 исполнилось. Вот. А потом появился Толя у нас. Толя пошел в первый класс. Первый класс, Толя, ты же здесь пошел, вот сюда учился. Ну, в этой школе, во второй? Да. Нет. Ой. Там, в этой Долматовской уже. Ну да. Туда пошел в первый класс. Или в Мишкино ты пошел в первый класс. Скорее всего, в Мишкино. Ну, там, потом. А потом, когда потом мы забрали, там, да, получается. Да. И жил у нас Толя, получается. Это получился период, девочки, такой период. И период получился не маленький, а воспитанием какой-то момент занималась я, получается, да, ну, потому что дети с нами жили, мы растили их и занимались воспитанием, получается. Что тебе, сколько лет? 12, а? Ты в 6 класс или в 7 ходил, когда уехал? Нет, 5, наверное, где-то. 5, ага. Где-то в 5 классе, да. Заканчивал, наверное. Подожди, лето ведь было. Лето закончил. Закончил 5 класс, наверное, да. Закончил, тебе было, в мае тебе 12 лет исполнилось.
Угу. До 12, с 7 до 12 лет, получается, Толя с нами жил. А потом уже какой-то момент жил с мамой. А, вот написали, где мама? Где мама? Мама жива, здорова. Ну. Живет тоже на севере, только подальше, поближе, чем я. А вот это же Ирина Мороз писала, что ты живешь с мамой. Вот видишь, знает. Вот, Ирина Мороз как бы ошибается, что я живу с мамой. Я не живу с мамой. Я бы не стала есть Мишку. Ольга Дубинкина написала. Ну, медвежатина имеется в виду. Мишка. Так, да, вот. Ну, это мы уже ответили, что живет на севере. А где мать этих мальчиков? Да. Ну, вот все сказал Толя. Мать жива-здорова, все, слава богу. И живет своей жизнью. Парни взрослые, живут самостоятельно. А, про Костю, ну что Костя вот к нам не приезжает. А, Костя живет с семьей, он семейный. И на данный момент он работает. И получается, что приехать у него не получается. Вот мы живем своей жизнью, да, у нас куча детей, скотина. Мы тоже не можем к ним выбраться. И когда мы приедем в гости к вам, кто знает. Но нынче, слава богу, Толя к нам приехал. Так, что ты все замариновал? Ну, надо сейчас это руки. Руками, ага. Да. Так что, слава богу, и мы очень рады. Так что, вот. Ну, вроде все, девочки. Так, 77 комментариев, ну, не так уж и много, по идее. Так, а ваши ребята? А наши ребята? Вот. Вот у нас Виталя, Даня, маленький Матвейка. Я. Большой Матвей. Я, говорит. Большой Матвей. Да. Ну, что я могу сказать? Про чё? Что? Ну, хорошо, что Толик приехал. Мы хоть мясо шашлыка наедимся. Каждый день, а? Нет, мы сегодня не стали, вот шампиньоны. Да, сегодня. Мы доедали шашлык. Я приготовила спагетти быстренько, по-быстренькому. Как я огорчу. Чё? Да огорчён он. Ты шашлыка-то не особо, не любитель. Так что, девочки, вот такие у нас дела. Мы живем с мужем 19 лет. Два сына от первого брака, Толя и Костя, взрослые. Толик, годы спрашивали, Толя, сколько тебе годиков? Он еще молод. Да. 26 годиков. Молодой. Костя 27, ага. Подожди, Костя нынче 28 будет в январе-то. Ну да. Почему? Ну че бы бахнул? 27 будет. Ты че, отец? А, в январе? В январе-то будет, следующий год, 28 лет уже Костя-то будет. Почему? Ну как, Толику в мае будет 27 на будущий год, ты чё? А, ну да. А я что-то 27 думаю. 7. Да, для меня как будто 7. Так что время пролетает очень быстро, незаметно, как говорится. Вот парни уже выросли. Тут уже наш на подходе, Виталий, вот будет 16 лет в январе. Да, Виталя? Так что, так, девочки, я думаю, что мы рассказали вам, вы поняли. Так что, попрощаемся. А попрощаемся мы на этом. Чего ты так вздохнул? Да, как получается, когда ты уехал от нас, 12 тебе лет было, да? Ты какой-то период жил с мамой. Небольшой, да? Да. Потом уже у бабушки жил. Потом бабушки с дедушкой, да. Да. А потом уже начал самостоятельную жизнь, да? Ну да. Все. Вышел в свет, вывели меня, и все. Все начал. И начал жить. Жить, работать. Слава богу. Работать, и пошла самостоятельная жизнь. Так что и бабушке огромное спасибо с дедушкой. Они тоже какой-то период жизни занимались воспитанием, получается. Мы занимались какой-то период жизни. Тоже как бы такой немаленький. Так что бабушке с дедушкой привет огромный. Муж, не желаешь передать приветик? Я присоединяюсь ко всему сказанному, передаю огромный-огромный привет. Бабуля с дедом у меня сейчас едут с отпуска. Я тоже передаю большой привет, хорошей дороги, чтобы добрались хорошо, аккуратненько. И всем привет, кто меня знает. Смотрите меня на ютубе, пока я здесь. Всем пока-пока!